Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Доброе утро. Как же, блин, девчонки, холодно по утрам. Отопление отключили, ночью температура сейчас иногда практически в ноль падает, вообще просыпаешься и такой дубак. Ну что, сегодня у нас с вами за тест Фаберлик. Мы будем с вами делать вот такую масочку гламурную. А по поводу Нуки я вам уже говорила, понравился, еще несколько раз использовала. Так, будем с вами тестить вот этот шампунь и бальзам. Мне очень интересно. Я прям большие надежды возлагаю, девчонки. Надеюсь, что чесаться не будет. Дейзи, кстати, действительно самый приятный розовый. Советую, кто берет, еще не пробовал. Так, кондиционер розовый уже постирала, девчонки. И да, вот этот гораздо приятнее пахнет, вот этот. Буду брать его, когда забью розовый. Так, ну что, поехали. Я вчера на ночь нанесла девчонке маску вербена. И что хочу сказать. Вот она до сих пор у меня на лице, я ее не смывала. Почитала, написано через 10-15 минут смыть, а для лучшего эффекта оставить на ночь. Я нанесла таким небольшим слоем, но видно было, что на лице такая белесая маска, она так растягивается хорошо, в принципе, у нее расход экономичный. И решила оставить. Уже где-то через час, через два лицо такое было, знаете. Ну, чувствовалось увлажнение, действительно. И вот утро, да, я только что встала с кровати. И что хочу сказать. Впора она мне за ночь не забилась. То есть все нормально. Лицо, как видите, не жирное. А подушку, наверное, вся вытерлась, да? Но в то же время оно увлажненное. То есть никакой нигде сухости нету. Поэтому да. Еще попробую обязательно ее наносить и смывать. И что будет она делать в этом случае. Сейчас я буду умываться. Я начну, девчонки. Все, Фаберлик себе прям достала. С вот такой вот эмульсией у Weekend. Сейчас я ей умоюсь, а потом хочу сделать еще немножко скаточку, почистить лицо. Так, эмульсия. Кто не знает, девчонки, она макияж снимает не с первого раза, наверное, со второго, а то и с третьего, смотря сколько у вас его и какая стойкость, да, поэтому я ее, наверное, топью на утреннее применение. Или после мицеллярной воды вот этой эмульсии пройтись здорово. Она на лице тает, превращается в тоник. Я вам сейчас покажу. Сейчас руки намочу. Смотрите. Вот так она выглядит. Вот как она выглядит. О! Беленькое такое жиденькое молочко. И наносим его на лицо. Ну, чтобы остатки маски смыть, да? И она на лице превращается в тоник. То есть она уже прозрачная абсолютно. И превратилась в тоник. Вся серия Weekend классно работает на коже. Я очень рекомендую всегда девочкам пробовать ее. Ну и все, будем смываться. И потом скаточку. Ну вот, кожа очищенная, после эмульсии очень хорошо. И в то же время она не пересушивает. Знаете, так здорово. Нравится средство. У меня от Weekend еще не было ни одного, которое разочаровало. Так, теперь будем скатываться. И потом уже делать гламурную масочку. Скатку я вам это уже, наверное, показывала миллион раз. Она мне очень нравится. Это так, для более глубокого очищения пор, да? В основном я такие вещи делаю вечером. Ну и с утра иногда тоже хочется. Маска-то эта гламурная, она тоже больше вечерняя, да? На утро у меня моя любимая бабушка Агафья. Пятая охлаждающая, которая сгоняет отеки здорово с лица. Вот их я обожаю. Девочки просили меня снять, некоторые девчонки, видео про маски все свои. Девчонки, если кому интересно, напишите, пожалуйста. Если будет таких много, то я обязательно сниму отдельное видео про все свои маски, оставлю на них отзывы. Так, ну все, буду смывать. Ну все, лицо классно очищено. Теперь гламурная маска идет у нас в ход. Мне кажется, на мое большое лицо этого тюбика хватит на два раза. Погнали. Серебристая у меня. Ну, экономить тоже смысла нет. Надо, чтобы она легла так красиво, да? В Инстаграм, конечно же, пост выложить, да? Сейчас сделаю. Если, девчонки, кто на Инстаграм на мой не подписан, ссылка всегда на моем канале есть и под видео. Ну что ж, я зря такую маску покупала. Сейчас обязательно сниму сторис. Маска дорогая, да. За баловство платить. Не знаю, сейчас посмотрим с вами эффект, девчонки. Может быть, там прям вау.
Но пока сколько отзывов я у випов не видела, никаких вау-эффектов. Ксюш, хорош над котом издеваться. Ну, потому что ты его обижаешь. Серебряная не так сильно заметна, но я сейчас на кухню выйду, пойдем пить кофе. И там, наверное, будет уже заметнее. Здесь у меня в ванной вообще свет тусклый какой-то. А я вам часто снимаю в ванной. Надо мужа отругать. Пусть делает мне в ванной свет. Что это такое? Так. Ну да, наверное, девочки, с моим лицом раза на два, на три. На три это прям если растягивать. Я навеки наношу. Все, всегда почти. Так. Даже не вижу, равномерно или нет. А, вот в зеркало вижу. Ну, не очень равномерно. Нужен слой поплотней. Тогда вообще ее на один раз. То как-то прям не очень. Она такая по консистенции легенькая. И в принципе на коже невесомая. То есть нет такого, что парниковый какой-то эффект сразу наступил. Это хорошо. Вот за это я и люблю Faberlic. Ну что, девчонки, мы с вами будем ходить 10-15 минут, снимать пока сторис в Инстаграм, пить кофе, и потом посмотрим, что случится с моим лицом. Вот, девчонки, как при свете дня выглядит сие чудо, когда наносишь на все лицо, не так гламурно, да, как показано в каталоге, когда вот частями, как патчи, да, например, на лоб, вот так вот гораздо гламурнее. Закос под патчи Bloom, да, который я тоже недавно тестила, они блестящие. Вот так вот наложил, и как будто у тебя патчи за 3500, это вся такая гламурная чика. Ну что, девчонки, смываем. Она частично где-то, знаете, подвпиталась. И пока такая липкая субстанция на лице, видите, да, липнет. И вот эти блестки. Сейчас посмотрим, как она смываться будет спонжем. Ой, она хорошо вроде пока смывается. Ну, тянутся эти блестки. Ой, я какая-то красная под ней, девчонки. Прям какое-то красное лицо. Ну, ощущений никаких. То есть неприятных, ни покалываний, ничего здесь абсолютно нет вообще. Надеюсь, что хотя бы увлажнение неплохо. И на этом все. Да, у меня лицо под ней, девчонки, красное почему-то. Мне кажется, с такими масками не стоит играться девчонкам с чувствительной кожей, потому что все-таки эти блестки, они... Это же блестки, это не косметический продукт. В том плане, что они косметические, не уходовые. Косметический тон, да, но не уходовый. Нормально смывается, спонжем вообще нормально. Думала, будет хуже. Придется эти блестки потом кругом отмывать. Нет, девчонки, нормально смывается. Вот уже практически все. Немножко у меня щеки порозовели. Сейчас оценим с вами результат. Ну что, девчонки, вердикт. Кожа увлажненная. Не сказать, что супер. Для сухой кожи, мне кажется, будет мало увлажнения. Но, тем не менее, увлажненный цвет нормальный, выровнялся, хотя изначально были покраснения на щеках, да? И все. То есть это, знаете, такой чисто блогерский вариант. Поиграться в Инстаграм, где-то еще и так далее. Чтобы покупать этот продукт как какой-то уходовый, да, тем более за 400 рублей со скидкой, там, получается, у нас 300 с небольшим, чтобы за такие деньги брать и ожидать, что это хороший уходовый продукт, нет. Не тратьте свои деньги, не будет ничего вау. Легкое увлажнение, которое, в принципе, будет таким же отмазки вербена, и, мне кажется, и отмазки про эликсир, и кислородное увлажнение, там у нас масочки есть, по-моему, да? Поэтому нет, не вижу смысла, никаких чудес нет. Все как бы... Причем блестки все равно кое-где остались. Чуть-чуть вот они кое-где остались, их немножко видно. Так в целом неплохо смылось. Сейчас протонизируем кожу, нанесу дневной кремушек. Не стоит это, девчонки, если хотите, вот что прям уходовый продукт какой-то, да, с гиалуронкой там и так далее. Нет, купите подешевле Faberlic, любую увлажняющую маску, будет эффект ничуть не хуже. Я, ну, повторять покупку, конечно, не буду. Разок взять, побаловаться, да, и все.
Дневной крем буду наносить, кончается уже Axology, кислородный баланс, люблю его. Дневной крем матирует очень здорово, мне он нравится, делает кожу упругой. Сейчас закончится, надо будет еще заказывать, потому что на лето прям в том году я исключительно им пользовалась. И в этом тоже планирую. Пока из всего, что я пробовала, это самый лучший крем для жирной комбинированной кожи на лето. Он сейчас впитается, кожа будет матированная. И сейчас, девчонки, будем с вами тестить вот эти вот. Мне сейчас ополаскиватель еще надо. Кстати, ну, не так, как от Colgate Plax держится долго свежесть от этого ополаскивателя. Но держится все равно. Но мне безумно хочется его проглотить, он очень вкусненький. Я люблю грейпфрут. Для тех, кто любит грейпфрут, вот эта песня подойдет вообще. Прям вот хочется, проглотить невозможно. Так, будем тестить с вами сейчас шампунь и бальзамчик вот этот. Полезу в душ. И потом вам все расскажу. Не буду использовать специально потом никакие не смывашки. Посушим как есть и посмотрим, что с моими волосиками случилось. Они достаточно тусклые, потому что красный цвет, он вымывает все-таки краску, да? О, господи, вымывает краску. Жжет хорошо волосы. Причем прилично, мне кажется, даже круче, чем блонд, пепельный блонд. Поэтому они тусклые. Краска смылась, у меня уже такой цвет интересный получился. Но мне нравится, сейчас еще подсмоется. Вот и посмотрим, что же он сделает с волосами, действительно ли подарит блеск. И потом уже спустя несколько применений расскажу вам, не вызывает ли зуд. Раза два-три помою, наверное, и в Инстаграм напишу пост. Вот, поехали. Ну что, девчонки, краска, естественно, все равно смывалась, как бы от этого никуда не денешься, да? Но не интенсивно, не так, как в предыдущий раз, потому что все-таки красная краска, она постоянно течет и течет с волос при любой помывке головы у меня. Вот, сейчас я когда посушусь, вернусь к вам, посмотрим на результат. Девчонки, по поводу масла для губ хотела вам показать еще при дневном свете. Вы знаете, к нему прям тянется рука, его хочется и хочется наносить. Я вчера весь день наносила, она периодически съедается, впитывается. Действительно, губы, девчонки, щипят каждый раз, и я чувствую, что они увеличивается. То есть за счет зеркального отражения получается объем, и за счет вот этих вот местно раздражающих, да, каких-то компонентов, которые щипят, объем тоже увеличивается. Вот я наношу его на без помады, да? В заказе я вам на помаду показывала. Ой, как щипит. Но терпимо. На помаду не так было. Прям хорошо так пощипывает. Пощипывает достаточно долго, то есть минут 20-30 может быть. Но это все комфортно. Вот как губки выравниваются. Классно, мне прям хочется наносить его и дома, и на выход куда-то. Здоровское масло, поэтому берите, не пожалеете. Конечно, советую брать прозрачный оттенок, с ним можно поиграться на любую помаду, розовый. Ну, для тех, кто любит розовый, конечно, берите розовый. Классно. Мне нравится, хороший, достойный, не липкий, девчонки, продукт. Девчонки, ну вот я и посушила волосы. Что хочу сказать, в принципе, все комфортно. То есть, вот видите, они достаточно живые, даже кончики. Блеск есть небольшой, да, сейчас солнышка нету, но все равно. Они такие вот более-менее живые, более-менее здоровые, да, несмотря на то, что мне тут сантиметров 5 надо отстригать по-хорошему. Вот. Когда сушила, расческа не запутывалась практически в волосах, только в самих кончиках, да, когда феном сушила. Никакие ни смывашки не делала. И что хочу сказать, ну, понравилось. И в то же время волосы объемные, волосы живые, очень даже неплохой результат. А не зря я возлагала надежды на этот шампунь. Вот. Поэтому пока буду пользоваться. Надеюсь, что голова от него чесаться не будет. Ну и потом свой вердикт тогда вынесу в Инстаграм или расскажу вам тоже видео про каталог или в пустых баночках. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.